ребят, всем доброе утро, доброго дня. Сегодня отправляемся по замечательным местам. Вот наш лагерь, где мы сегодня ночевали. Надо нам сегодня очень много всего успеть. Видим первую отметочку. Вон белая с желтым. Собственно, мы как-то с ней пересекались. Здесь у нас река, дорогу размыло. Сейчас будем идти в обход. Высота дальше 10-25. Собственно, она находится на пушке. Нам, собственно, туда идти. Красиво, да, здесь? Да, ёпси. Как в бане. Химзащита. Пойдем дальше. Эколого-патриотический маршрут партизанскими тропами Северного соединения. Наверх. Вон еще одна нет. Отметка, да. Видишь, а дорогу там есть еще одна отметка. Пойдем, покажу тебе. На, ну вижу, я вижу, вижу. Нет, ее. Ты не видел другую. Вон здесь. Желтая, да? Пойдем, покажу тебе что-то. Вообще не желтая. Мне кажется, там вон видишь, дорожка идет, и наверх она опять же поднимается. Нам все равно правее надо уходить. Пошли. Снежок и лежит, прям зима. Красная, да? И показывается стрелка наверх. Может, это памятник? Я не понимаю. Это партизанский памятник я обозначил. Хотя там было обозначено. Я думаю, это партизанский памятник я обозначил. Типа вот, видишь, тропа пошла. Там один памятник, там другой памятник. Именно стрелка наверх. Ну вон тропинка пошла, Коль. Ну эти красные метки, это не туристический маршрут. Мне кажется, это обозначение памятника. Именно обозначение вот этих вот партизанской. Мы встретили эту всю красную. И да. Там красным нанесено. Что, может сюда туда и пойдем? Ну да, пойдем наверх. По навигатор показывает наверх идти. Не по желтым идем, да? По красным ты имеешь в виду? Идем по желтой или по красным? Там в любом случае выйдем. Там, где нам надо. Какая разница по какой? Мы все равно по просто навигатору. Здесь круто, а там спокойно. Да давай здесь подвинемся. Посмотри наверх. Да нормально. Поднялись где-то на высоту 1000 метров. Николай вот ищет желтые метки. Ну, по навигатору идем правильно. Нам куда-то вот в ту сторону сейчас уходить, в левее. Ну не видим, потеряли желтые метки. Посмотри, какая красота. Все в снегу, очень красиво. Туман стоит на горе. Давайте посмотрим, что внизу. Вон бурелом валяется. Поваленные деревья. Снегом все завалило. И дорожки тоже завалены. И не видим, где натоптано. Так что идем в основном по меткам, где-то по навигатору. Ноги были мокрые. Сегодня одел вот пакеты. Видите, пакеты, два носка. На костре подсушил кроссовки. Короче, пробираемся мы сквозь заснеженный лес. Так, вот здесь вот скала нависает над партизанской поляной. Ну что, это хребет. Из хребта влево все пошло вниз, к речке. Пошли обратно по хребту. А здесь прям молоко. Косуля пошла. Вон, косуля, вон, пошла. А вон еще вторая. Одна? Две. Одна? Две. А, да, да, ты да, мне да. Одну показывал. Вон они лежали, прикинь, вон Лешка. Вот здесь лежала, вон. Не обратил внимания. Ну да. Красиво, да, здесь? Солнышко начинает светить, посмотрите, туман рассеивается. Вот это красота. И вот там вот появляется гора.
Мы с Колей иногда любим поспорить, куда именно идти. И все время приходим к одному месту, туда, куда и запланировали идти. Это, знаете, как одна дорога влево идет, другая вправо, но эти дороги потом соединяются. Типа такого. Вот сейчас мы идем правильно. Но это именно тропа вела, чтобы посмотреть на вот этот вид. А потом она уходит влево, и мы должны сейчас попадать уже, ну, собственно, идти к памятнику. Дошли мы до первого памятника партизанского. Так, сейчас я выйду. Вот здесь вот такой вот флаг сделан металлический. Никто не забудет героям, партизанам, павших в боях с фашистскими захватчиками в горах Великой Отечественной, в годы Великой Отечественной войны, комсомольцы, симферопольцы или Чурянова, Ульянского, да? Медучилища имени ДИ Ульянова, 1948 год. Ага. Народным мстителем. О, ветер. Деревья посыпало. Вот тропа пошла. Я не пойму, если честно. И вон, видишь, тропа пошла. Да. Куда, какая тропа нам? Ну вот тут, наверное. Там, наверное, вот сюда, да? Думаю, да. Да, и вопсель-мопсель. Ребят, везде вот такие метки. Собственно, по ним мы сейчас и идем. Ну и корректируем наш маршрут уже по навигатору. Продаются туристические карты, маршруты горные. Уже разработаны, собственно, с метками, со всеми делами. Если видите, долгое время идете и нет меток, лучше гляньте в карту или куда уходит маршрут. Потому что было такое, да, Коль? Тоже шли, метка ушла куда-то в сторону, а мы повернули в другую сторону. Пришлось возвращаться и искать метку. Да. Меток нет. Ну, тропа зато есть, видишь? Как бы, если меток нет, бывает тропа. А есть метки? Вот. Но так как мы идем в снег, тропы все засыпаны. И путают. Смотрите, какой старый бук. А наверху зима. Сейчас как-то левее надо уходить. Сейчас тропинка должна влево уходить. Подошли мы сейчас к землянке. Это следующая наша точка. В этой землянке жили партизаны. Установленная казаками крымскими. Здравствуйте. Здрасте. Мы в пути полтора часа. Друзья, обзор земляночки. А камера запотела. Видно вам, нет? Лежанка из бревен. Выложено все бутом. Старая печь, да, где готовили кушать. Полевая кухня. Что
пойдем дальше? Пошли. У нас еще много сегодня еще пройти надо. А вон еще лайн. Пока рюкзаки сняты, можно пройти посмотреть. Смотрите, друзья. Кружка осталась еще тех времен. Казаны. Сковородка. Обалдеть. Снег падает на камеру, на объектив. Мокреет. Приходится протирать. Сейчас подойдем к памятнику. Очень много вот таких снарядов. Мишенко Иван Александрович, 25-44. Здесь похоронен, да? 19 лет, да. 19 лет парню. Вообще молодые ребята были. Остатки пулемета, от двери, наверное, тут что-то было. Вот кусочки, которые ребят находили после вот таких вот снарядов, все разносило, вот оставалось так вот, щепки все разбивало. Все, отправляемся дальше. Подошли мы к шалашу радиста, как и планировали. Вот он, шалашик стоит, мы с вами сейчас еще зайдем. Наблюдательный пункт, и вот она пушка. Всякие железяки валяются, и вот она пушка, которую мы целеустремленно шли. Пружина видна от старой кровати. Всякие железки. Вот, видно, готовили кушать. Видите, наверное, для выпечки. Сейчас посмотрим, что тут дальше. Это наблюдательный пункт. Вот здесь вот такое вот местечко. Сходим с вами сейчас в шалаш. Зайдем вовнутрь. Шалаш радиста. Ну, конечно же, это все восстановленное. Вот, но приблизительно все было так. 1941-1942 погибшим партизанам. Май 1978 год. Легендарная русская трехдюймовка образца 1902 года принимала участие в русско-японской и всех последующих войсках в ходе большого прочеса 24-25 июля 1942 года. Была основана оборона высоты 1025 метров партизанской группы в Зуйских лесах. Управляемый огнем Александр Федоров, расчет орудия Николай, Петр, Александр и Вера Клюги. Получается, пушка еще дореволюционная, да? Еще при царе Романове стреляли с таких пушек. И продолжила свое боевое назначение в Великой Отечественной войне. Вчера вышли.
Ну, мы сейчас как подковку обогнули. Эта стоянка нам параллельная сейчас как идет. Если вот это уходит река влево, получается стоянка где-то там. Да, ну вот она и есть. Слышишь, вот это вот то, что мы пришли. Она как подковка, понимаешь? Мы вот так вот сделали, вот так. А партизанский минный завод Зуевского отряда. Вот здесь, да, был минный завод? Да. Ребят, собственно, вот еще одна точка, партизанский минный завод. Подожди, ну где-то здесь должна мельница быть? Чуть дальше. Дальше, да? По-моему, дальше. Потому что здесь ее не видно. Будем сейчас идти вдоль реки Бурульча. Посмотрите, солнышко припекать начинает, и все начинает таять и испаряться. Первый цвет уже горный начинает расти. Это примула. Там я видел ландыши. Это вроде ландыши. Ну вот как красивенько становится. Все так капает. Видите, как испаряется он прям, как туман. Как бриллианты, да, переливаются все. Очень красиво. Ну а нам сейчас, собственно, в ту сторону. Земля прям испаряется. Становится жарко. Такое ощущение, как будто дождь идет. Слышите этот звук? Супер. Здесь прям тепло-тепло. Здесь можно будет палатку, можно было бы поставить. Но, правда, очень сыро. Ух, камера потеет. Как в бане. Здесь прям такой влажный климат. В этот райончик солнышко посветило. Прям блаженство. Ну а внизу, видите, уже снежок лежит. Все, что в тени. Друзья, дошли до одного местечка. Здесь находится бездонная яма. Ну, или пещера. А воняет оттуда. Прям воняет их мочой какой-то. Вот, смотрите. Либо там какое-то животное живет, потому что воняет прям. Не, говном. Говном? Говном? Да не чувствую ничего. Может, это в твою сторону испаряется? Интересно, кто-то сюда залазил? Туда не залезешь. Надо быть очень худеньким, чтобы туда попасть. Очень маленьким. На сырья камера отражение делает. Зайчик пускай. Ну да, прям такая немаленькая ямка. Как интересно, солнечная сторона тает. Здесь вообще, да, классно? Вот мы на солнечной. А он не солнечная сторона. Ну да. Там лежит. Я думал, где-то пришли вон оттуда. Либо север, нет, то ущелье, там река. Не знаю, чья это могила. Она просто без. Может, неизвестного солдата? Слушай, везде вот эти снаряды лежат. Прям расколоты, да? Этот, походу, бахнул хорошо снаряд. Ну да, разорвался. Так ты посмотри, сточено, видишь? Угу. Это об скалы еще, Вань. Может, об скалы достукнуло. Это, наверное, могила неизвестного солдата. Слушай, вот смотри, тропа ушла влево. Это ж нас повело вправо, да? Вот. Я говорю, пошли вправо, посмотрим. А, ну да, 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 да. На вот этот обрыв, да. Вот ты увидел сразу же память? Когда подошел к обрыву. По вот этим красному. Да, вот я смотрел, это стоит красный этот снаряд. Слышь, они специально красят красным, чтобы не видно. Ну да. Позади нас указатель, но он заржавел, там ничего не видно.
было принято решение сейчас подойти к обрыву, посмотреть, что там. Даже ради любопытства. Тут примулы растут. Желтенькие, может, обращал внимание. Я когда вот такие вот рвал, привозил домой, растут дома. Горная травка, да? Вот смотри, как красиво. Какие пласты именно. Водопад. Да нет, это река журчит, скорее всего. Ну, водопаде где-то. Джурджу. Снизу. Да, Джурджу, конечно. Вот эту мы гору видели, да? Я уже не знаю. С той стороны, где пришли, мы эту гору видели. Не, мы пришли, видели вон ту, вон она вдалеке. А, вон, думаешь, вон ту, Вань. Ну, может быть. А это выход, тут ты знаешь, гор... мне куда, кажется? Туда, в сторону на Алушу, на Демиржи. Ну да, да, карта там Алушна. Где мы с тобой спускались. Да, да, вот да. Вот где-то оно там и есть. Ну, оно так и есть. Только посуды, да, вообще вот находят. Александр Всеволодович. 38 лет. Удостоверенный участниками ГПТУ. Номер один. Город Орехово-Зуево, 1983. Это химзащита. А, вот это, да, химзащита. Ты реально вот ощущаешь, что это когда-то вот все это было новое. Вообще такое чувство раздвоенное. Лопата. Космичный огонь, видишь, на камере? Угу. Везде снаряды именно. Так, тут знаешь, сколько еще вот так если походить, когда с металлоискателем ходят. Снег сойдет, да? Что, пойдем дальше? Да, пойдем. Ребят, посмотрите, какая высота. Не повторяйте за мной. Это опасно. Но виды прям обалдеть. Класс. Пойдем дальше. Покорять вершину и партизанские тропы. Богомолов Александр погиб в 43-м году. Останки найдены в 97-м году. Клуб Четверда, город Алушта. И по памяти союз офицеров, город Симферополь. Вот в этом месте, да? Ну, да, найденный остаток. Ребят, посмотрите, вот пошел ты метки, мы шли. Вот так вот называется этот маршрут. Эколого-патриотический маршрут партизанскими тропами Северного соединения. Кто-то вот так идет, кто-то как мы, короче говоря, а нам туда. Ребят, дошли еще до очередного памятника. Ямантаж. Место самой узкой линии обороны партизан 1-й бригады Северного соединения 2-го и 18-го отряда. Декабрь 43-го года, январь 44-го. Что, ребят, сделали привальчик возле какого-то кордона до кургана Славы и до остальных памятников. Остается где-то еще километров 10. Вот, ну, помониторили, где-то там 10, да, вот так, может, 12. Вот, так как уже полдня пройденного пути, было принято решение все же идти к трассе. Потому что к трассе тоже нужно будет идти, ну, километров, как ты думаешь, сколько там? 8 километров. Это 8 километров, да. И так как от кургана там нам придется еще возвращаться, так что было принято решение все же идти к дороге. А там уже нас встретит Аленушка с детками, и мы поедем домой. А по пути мы, конечно же, будем, наверное, еще встречать какие-то памятники. Ну, то, что будет интересно, я уже буду включаться, показывать. Вот, но... Курган Славы мы оставляем уже на потом. Суп практически готов. Вот сейчас, друзья, обедаем и отправляемся в дорогу. Собираемся и отправляемся в дорогу. И напоминаю, кто не подписан, ребят, подписывайтесь на наш канал «По Крыму с позитивом». Всегда у нас будут новые интересные маршруты. Будем вам, ну, показывать хорошую картинку, по крайней мере, стараться, чтобы не было этих всех колебаний. Все понятно объяснять, где мы, как сюда прийти и где мы идем. Ну, я думаю, с нами вам будет интересно, друзья. Все, ребят, сейчас кушаем и отправляемся.
кто кушает сейчас вместе с нами. Всем приятного аппетита. Ну что, кумец, как настроение? Классно. Отличное, если да? Если кто-то не подкачал, мы вообще все не ночевали. Кстати, вот здесь можно ночевать смело. Друзья, нашли вот стояночку буквально где-то 3 километра от нашего места, где мы делали привал. Посмотрите, как изменилась погода. Вообще прям очень сильно изменилась. Здесь прям весна, птички поют, а там зима. Вот, вот столько снега, даже больше падает. Вот. А идем вот по дороге сейчас в Межгорье, в сторону вот между этими горами. Нам где-то еще идти километров 4, наверное. 4-5, может, где-то 4,5. Вот, дошли вот до шлагбаума. И хотел вам рассказать, вот кто планирует идти в поход, маршрут можно начинать не только с Перевального, с улицы Партизанская, но можно начинать его еще и с Межгорья, там тоже идет улица Партизанская, и тоже можете пройти по тропе Славы, по партизанским тропам. Здесь, конечно, очень красиво, уже распускаются листочки на деревьях, вот сзади меня видите. Ребят, очень много, конечно, бурелома. При нас сломалось где-то от снега деревьев где-то 7, наверное, точно сломалось. И прям, знаете, вы слышите, как это дерево падает под весом снега. Снег прям ломает очень сильно, и ветки прям ломает, и деревья ломает. Ну прям очень сильно, там грохот такой, где-то ветка упадет, где-то дерево. Ну, когда дерево падает, там вообще там грохот такой стоит. Ну, вот здесь прям для походов такое место хорошее для палаточек. Вот весь этот берег для пикников, наверное, там тоже с Межгорья можете приезжать, делать шашлычки. Я вижу, дорога такая прям нормальная. Здесь она не очень такая сложная, не оффроуд, так что можете приезжать свободно. Ну, если будет кривая, я, ну, не знаю, покажу вам. Хотя вот в основном такая вот хорошая дорога. Можно картины писать. Зелененькая-зелененькая травка и красная такая листва. А в той стороне, видите, прям гора. Но самое интересное, это сейчас выходим... Коль! Вот тут вообще красиво так. Спускайся сюда. Выходим мы и здесь... Ёлки стоят. И березы вроде. Посмотри, как красиво здесь березы, ёлки. Посмотрите, какая красота. Так живописно все, прям обалдеть. Давай как-нибудь пробирайся сюда. А зря. Мы с Колей пошли по разным путям. Он пошел поверх, а я по низу. Ну, будем идти. Сейчас находимся в Белогорском районе. Очень красиво. Горы пошли. Мы оттуда пришли. Красоти. Ну что ж, путешественники. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Вот мы пришли уже к Межгорью, ну, собственно, к его началу, вот, либо к концу, да, Межгорья. Вот. Ну и на этом наше путешествие заканчивается. Хотим вам пожелать позитива, ходите почаще в походы, либо наслаждайтесь нашими видосиками. Вот. До следующих путешествий, ребят, всем пока-пока. А кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забудьте смотреть другие наши путешествия. Пока-пока, ребят.